Друзья, всех вас приветствую на моем YouTube-канале, меня зовут Артур Романов, и в данном видео мы с вами разберем матч итальянской серии А, где встречаются такие команды, как Милан и Торино. В данном видео я, как всегда, постараюсь за максимально короткий промежуток времени рассказать всю необходимую информацию. В конце оглашу свой прогноз на этот матч, ставить или нет, решать уже вам, думайте своей головой, не забывайте о том, что в мире ставок всегда есть доля риска. Итак, поехали. Что касаемо данного противостояния. Торино. Команда в целом, да, результаты у нее далеко не самые хорошие. Хорошо начали сезон, затем была довольно такая сильная просадка. И вот сейчас добыли победу в кубке, затем еще и смогли обыграть Удинезе. А это на самом деле очень хорошая по нынешним меркам команда, да, по крайней мере по началу сезона. Удинезе действительно хорош, но Торино сумел все-таки обыграть эту команду и добыть для себя важные 3 балла. И, конечно, я думаю, что после такого Торино постарается продолжить, так скажем, на этой приятной ноте. Однако оппонент у них очень силен. Это Милан, команда, которая в итальянской серии показывает очень хорошие результаты. В Еврокубках результаты не идеальные, но тоже довольно неплохие. И в целом мы с вами видим, что Милан любит играть верховые матчи, да, в отличие от Торино, который в основном катает низовые. Что касаемо гостевых игр Милана, то здесь мы с вами также видим, что статистика у Милана хорошая. Как правило, матчи получаются довольно верховые. Что же касаемо конкретно данной встречи, то здесь я думаю, что Милан вряд ли сможет отдаться этому матчу полностью. Все-таки впереди у них есть важный матч в Еврокубках, которому, скорее всего, они отдадут свое предпочтение. Это матч Лиги Чемпионов с Зальцбургом. Матч действительно очень важный за выход в плей-офф. И здесь, я думаю, что Торино может как раз-таки этим воспользоваться и найти для себя голы. В принципе, я игру Торино видел. Эта команда не играет от обороны. У них в целом очень интересный, яркий футбол в каждом матче с любым оппонентом. Так что здесь все будет зависеть только от реализации. Ну, я думаю, что здесь реализация на самом деле будет довольно неплохая. И поэтому моя ставка будет на тотал больше 2,5 мячей с шикарным коэффициентом. Ну а поставить вместе со мной на это событие вы сможете в букмекерской конторе 1xStavka. Ссылка будет закреплена в комментарии под этим видео. Промокод на экране. Вводите его при регистрации и получаете шикарный бонус. Ну и, конечно, не забывайте оставлять свои комментарии, ставить пальцы вверх, подписываться, нажимать на колокольчик. С вами же, как всегда, был Артур Романов. Всем удачи, всем пока.